Владимир Солодов вступил в должность губернатора Камчатского края. Инаугурация состоялась сегодня, 21 сентября, в Петропавловске. В связи с пандемией коронавируса количество участников ограничили. Каждый предварительно сдал тест на COVID-19. В ходе мероприятия были соблюдены все меры безопасности. Из Дворца детского творчества, где проходила церемония, велась прямая телетрансляция. Владимиру Солодову вручили удостоверение губернатора Камчатского края. Затем он принес присягу на верность жителям края, Конституции России и Уставу региона. Честно и добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности. Уважать и охранять права и свободы человека и гражданина. Защищать интересы жителей Камчатского края. Приложить все свои силы, знания и опыт на благо Камчатского края. В соответствии с Конституцией Российской Федерации и Уставом Камчатского края Владимир Викторович Солодов вступил в должность губернатора Камчатского края. Со вступлением в должность губернатора Владимира Солодова поздравил заместитель председателя правительства Российской Федерации, полномочный представитель президента России в Дальневосточно-федеральном округе. Юрий Трутнев прибыл на полуостров для участия в церемонии инаугурации. Для того, чтобы Камчатка была красивой и для каждого жителя, для того, чтобы город был красивым, для того, чтобы были ровные дороги, для того, чтобы была нормальная областная больница, аэропорт. Нам еще с вами многое придется сделать. Заверяю вас, что правительство Российской Федерации, администрация президента будет рядом с вами. Будем вместе работать. Удачи вам!